И тут же сильно. Попадает. Попадает. Немного повело. И еще раз. Повел. Еще раз. Александра. Слушай, Александр хорош в атаке. Гоняет, гоняет. Он Эламира. Цель. Он туда же насыпает удар. И вот еще раз попадает. Отбираться вот так вот. Конечно, да, подбирается. Но ты... Повело сейчас. Вторую руку уже сильную. Видно, глаз заплыл у Эламира. И вновь встречает красиво Александр. Голова Александр. Александр одерживает победу в данном противостоянии, но я хочу сказать, это... Так, черных тейпах у нас Карен, в желтых тейпах у нас Андердог. И полетел вперед напором. Напором сейчас Карен хочет забрать, вернуть должок. Летит вновь вперед, пытается отбиваться сейчас. И вновь! Зарядил! Ох, как зарядил! С учетом того, сейчас Карен пытается реально, вот смотри, как Карен понесся вперед. Самое главное, не нарваться Карену вновь на удар. Пытается дожать этот эпизод, добивает он у мешков. Но вот Карену сейчас нужно собраться. Собраться, потому что... Оу, раунд! Да, сегодня причем казахи неплохо. Делает Роберт сильно и сильно. И видим дальше, пытается лететь. Большое звание. У Метиса, да, большой бэкграунд. О, отлично! Вроде бы... Но мы не забываем, что Метис это... Натыкается на встречные джебы. И как по мне... Я думаю, что почувствовал Роберт. Почувствовал. На секунду даже показалось, что он немного... Сейчас он бьет, но видно, что уже нет такого акцента в кулаках. Видит переднюю руку и закидывает свою правую по корпусу. Отлично добил. Не добавляет, не подключает свою вторую руку, а работает в 800. Только передней рукой, да, шатает. Аббасов Рафаиль по прозвищу Метис. Да, здесь так и есть вообще. Бой. И да, бой начался, тут же полетел вперед. И вот тут вот композитор и поплыл. Да. Ну, Алексей ждет... На самом деле тоже показывает профессионализм. Хорошо, что по боковым, но попал. Да, очень конечно. Опускался. Композитор сейчас хорош в атаке. И смотри, зарубились там бойцы. Насовывает он удар. Пытается отвечать. Сейчас на руках Шопен. Согласен, согласен. Запоминающийся. Вот хорошо, по корпусу вновь обрабатывает и отвечает. Смотри, какой вот боковой слева. Закрыл, да, серию сейчас композитор. И дальше продолжает насыпать. Вот сейчас уже хорош. Заигрался Широков в моменте, не поднял правую руку и пропустил, да, на выходе. Отличный пример. Смотри, дальше продолжает и пропускает. Повело Шопена, и дальше туда продолжает накидывать Алексей. Смотри, успевает он защититься от нескольких ударов, но все равно человек нападает. Смотри, пытается. Я думаю, что смотри, продолжает наносить эти боковые. Широков Алексей! Да, правильно сказать, не Широков, а Широков. Такая бокса, классического любительского бокса, но это... И вновь работа в корпус, работа... И теперь поменял это... Тактику. Тактику, да, вот смотри, как жестко пробивает, и еще пытается насыпать удары, пытается в клинче сейчас у нас. Олег, но пропускает удар на выходе. Но... Третий нокдаун за раунд. Третий. Да, третий нокдаун за раунд по правилам, дорогие друзья, это досрочное. В желтых тейпах у нас Леонид. Заборин Леонид. И так красавчик прям пошел вперед. Включилась борьба. Чем пропустить удар. 100%. О! Итак, второй раунд противостояние. Красавчика. А вот апперкот подключает. Да, конечно, пропускает удар. О.
Ну ты знаешь, мышцы, полетел вперед мышцы, сейчас. Мышцы здесь не решают. Полетел вперед, прям откровенно завелся, хочет биться. Да. Холодный ум. Леонид ныряет уже под все удары. И бэкфист, смотри, какой от Леонида. Данил среагировал. Среагировал, успел выбросить, но с функционалки обыгрывает. И уже откровенно играется. Мясо ж сырое есть. Хороший в корпус, ты видел? Да, о! Красавчику нужно пользоваться этими моментами. И как он передней рукой. 10 секунд, друзья. Опять. Тычок небольшой. И да, подходит. Появляется ничья. Я бы. Ого. Мастер спорта международного. Я думаю, здесь изи работа. Только хотел сказать, что изи. Я думаю, еще не успел восстановиться Ярослав. Сейчас полетел вперед добивать его Владислав. Реально не восстановился Ярослав. Ты видишь, пока еще какие движения. Полетел вперед сейчас. Ох, какие апперкоты пошли. Какие апперкоты пытаются перегреваться. И да, все. Раз, три. Бой! И тут же полетел. Какой тяжеленный удар. На этом должно... Все правильно решил. Сломя голову, если заряжается прямо на нокаутирующий удар. Ничего себе пускает Самсон. Потому что понимает, что оттуда левый сбоку прилетит, очень да. опасный. У него меньше антропологии. Половина боя уже позади. Да, и сейчас пока... Верно. Вот. Что надо делать. Вот и вот уже так достаточно разбирается. Самсон пускает. Хорошо ушел. Смотри, какие боковые. И летит добивать сейчас. Лев. И вот здесь Лев в атаке просто великолепен. Видел в этом эпизоде, что Лев физически продается. Он выжидает момента для своей атаки. Но раз от раза он пропускает по джепу, я думаю, сейчас пальцем попал. Промойте глаз. Не специально. Он работает? О, сейчас смотри, он продолжает напирать на Льва. Смотри, сейчас в атаке пропускает удары. Подцепил своего оппонента. И вот уже пошла такая... Справляется, выжидает все равно на свой удар. Но отметим, что очень характерный удар. Очень. Прижается, уклонился от ударов. Хорош, Самсон отвечает. Вау, вот это поединок. Дорогие друзья, я тоже... На джебах идет война. Да, никто не хочет отступать. Сейчас вот... Сейчас вопрос на Виктории. Тоже попадет. Да, Лев. Прошу прощения, от Самсона. В первом раунде был сломан нос, но он продолжает драться, сейчас, конечно, попадает, сейчас плотно попадает. Отвечает, и какой, Судей в данном поединке победу одержал Самсоненко Вячеслав по прозвищу Самсон.